І він головою ударився. Так, він головою ударився. Міліція. Так, все, всі отошли. Потягни її. Потягни її сюди, щоб ми отошли спокійно. Іди сюди. Да, я вытащу. І сюди. Все, давай, відходити, це не закінчиться ніколи. Багомата, перестаньте ходити людей куди раз. Все, дайте пресу выведите, выведите, да. Дайте нам коридор. Зеленый, 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 зеленый. Можем идти. Оглашать лидеров. Всех надо снимать. Просто наш земный народ. Все отошли. Шибалов остался. И Каролина там. Ой-ё. И куда ее несет? А этот рядом стоит, хоть бы. Главное правильно перейти через дорогу. Да уже ничего, рассасывается. Блять, там Вероника. Пытается умыть руки, снять себя, ответственность. Уйди, скотина. Кто? Что такое? Это препятствие журналистской деятельности. Со своими принципами. Спасибо. Там Веронику надо вытащить. Но она, я смотрю, сама не хочет. Она журналист. Я понимаю, что не хочет. Ну поставьте человека возле нее. Одного человека поставьте возле нее. Да стоят там люди. Так забирай. Прикройте меня, я ее вытащу. Кто здесь? Хорошо. Я ее вытащить хочу. Правонарушение – это когда бросают сотрудников и представителей власти коктейлями. Волан Батру! Донбасса достигла! Девушка, мне не нравится! Которая не по зубам! Это не толкает меня вооруженным на улицу! Вы это не понимаете! В чем дело? Зачем вы это делаете? Нет, подожди! Пошли оботремся, отсушимся. Да мы сейчас ехали. Ну все уже. За... Муженьку жду. Да все уже отошли. Шибалов отошел. А, вот. Ну пошли все. Ну что, нормально, да? Да нормально.